Каждую весну жители Люберец высаживают деревья в память о невернувшихся с поля боя. В этом году основными площадками акции «Сад Победы» стали дворы. На проспекте Гагарина и на проспекте Победы, где было особенно многолюдно, работала наша съемочная группа. Площадки для посадки деревьев подготовлены с раннего утра. Саженцы кленов, рябин, берез и грунт расставлены. Жители Люберец приходят сюда целыми семьями, школьники классами, детсадовцы группами. Мы считаем, что акция очень важна не только для экологии, для озеленения нашего города, но и как память поколений. Это Желез Победы, да, мы помним, мы гордимся, мы чтим наших воинов, которые защищали нашу родину. На каждое высаженное дерево повязывают георгиевские ленточки. Вместе с жителями и ветеранами аллею высаживал и глава округа Владимир Волков. В этом году появилась еще и аллея участников специальной военной операции. Станислав Демин живет на проспекте Гагарина. Сегодня вместе с мамой, сестрой и друзьями тоже принимает участие в акции «Сад памяти». Он повязал ленточку на посаженное дерево в память о своей прабабушке. Мы садили Лес Победы в честь умерших на войне, чтобы их помнить. У меня прабабушка служила на войне. Она в оружейном заводе делала оружие. В городском округе Люберцы 13 мая 2023 года высадили более 2000 декоративных и фруктовых деревьев и кустарников. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.